Добрый день, дорогие друзья. В эфире 9-я полуфинальная игра региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославия». 9-я – это последняя полуфинальная игра, и сегодня в конце этой программы мы узнаем имена тех ребят, которые будут состязаться в финале. А сейчас в этой игре принимают участие Андрей Лобанов, средняя школа номер 80, город Ярославль. Валерия Михалева, средняя школа номер 1, город Рыбинск. И Александра Татушкина, гимназия имени Кекина, город Ростов. А оценивать ответы наших агонистов и теоретиков будет наш высокий ареопаг в следующем составе. Заведующий кафедрой рекламы и связи с общественностью Ярославского государственного университета имени Демидова, доктор исторических наук, профессор Виктория Михайловна Марасанова. И проректор по управлению знаниями Международной академии бизнеса и новых технологий, доктор филологических наук, профессор Валентин Николаевич Степанов. Начинаем мы, как всегда, с пролога, а пролог всегда начинаем с конкурса русского языка. Пройдите, пожалуйста, за пюпитры и выполните предложенное вам задание. Укажите правильное написание слов. 20 секунд. Время истекло, и я попрошу передать результаты этого конкурса нашим судьям. А мы продолжаем. И следующий конкурс пролога – конкурс красноречия. Когда соединились любовь и мастерство, можно ожидать шедевра. Согласны ли вы с утверждением английского писателя Джона Рёскина? Обоснуйте свой ответ. Андрей, вам начинать. Добрый день, уважаемый ареопаг Михаил Александрович. Я согласен с данным утверждением, и я считаю, что любовь и мастерство – это два главных составляющих успеха. Нельзя сделать что-то, опираясь исключительно на любовь. Всегда должны быть какие-то качества, которые делают тебя мастером в своей сфере. Но даже мастер не может сделать что-либо, не опираясь на любовь. Не может врач, например, не любить людей, тогда он будет плохим врачом. Не может учитель не любить детей, а писатель не может не любить литературу. Спасибо. Спасибо. Валерия, вам слово. Здравствуйте, уважаемый ареопаг. Я, безусловно, согласна с данным высказыванием. Любовь является одним из самых сильных человеческих чувств. Любовь очень многогранна. Любовь бывает романтической, а бывает любовь к семье, к дому, к родине. За любовь сражаются и умирают, любовь воспевают в песнях и балладах, а люди, живущие без любви, зачастую несчастны. Именно поэтому, на мой взгляд, шедеврами искусства становятся произведения, наполненные любовью. Я хочу привести в пример стихотворение Сергея Есенина, которое наполнено любовью к родине и которое по праву считается шедеврами русской литературы. Спасибо. Спасибо, Валерия. И, Александра, вы завершаете этот конкурс. Здравствуйте, уважаемый ареопаг. Не каждый творец способен сотворить шедевр. Ведь для этого ему необходимо не только быть мастером своего дела, но и честно и но любить его. Хороший пример этому служит Майя Плисецкая, в исполнении которой все программы являются настоящим шедевром мирового танца. Не каждая балерина способна столько же, как и она, тренироваться и также сильно любить свое искусство и свое дело. Поэтому я полностью согласна с утверждением. Спасибо. Ну что ж, наконец-то хотя бы в последней полуфинальной игре мы поговорили о любви. А сейчас ждем решения наших судей. Первый свой выбор делает Валерия Михалева. Я выбираю желтую дорожку. Вторым Андрей Лобанов. Зеленая. И третий Александра Татушкина. 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 Ну что ж, вопросы первого этапа. Вот их темы. Инструмент сицкаря, императорская резиденция и доходное дело. Андрей? Императорская резиденция. Строительство этого объекта в Санкт-Петербурге растянулось на годы. Важную роль в нем сыграли крестьяне-отходники из Ярославской губернии. Лепщики, каменщики, мраморщики. Ответственность была огромной. Сооружение должно было стать императорской резиденцией.
Император, правда, там прожил недолго, но сегодня это по-прежнему одна из известнейших достопримечательностей северной столицы. Назовите эту резиденцию. Михайловский замок. Абсолютно верно, и вы во втором этапе. Валерия, выбирайте. Инструмент сискаря. Для жителей Нижней Сети главным источником дохода, основой семейного бюджета, являлось корабельное дело. «Суда нас кормят больше, чем земля», — говаривали сицкари. А про какой инструмент сохранилась такая поговорка? «Сицкаря он обувает, одевает и кормит». Может быть, это саха? Это они корабельным делом так занимались? Может быть, топор? Ну, я не знаю, вы как-то уж сами определитесь и скажите мне. Топор. Топор. Это правильный ответ. И вы во втором этапе. Александра, вам доходное дело. Этот очень важный, трудоемкий и невероятно прибыльный, но уже устаревший промысел связывает три поселка на современной территории Ярославской области. Поселок Некрасовское, поселок Купанское под Переславлем-Залесским и поселок Варницы, родину Сергия Радонежского. Назовите промысел, за счет которого богатели местные жители. Это солеварение. Это солеварение, абсолютно верно. И вы тоже во втором этапе. Темы вопросов второго этапа перед вами. Загадочный промысел, возрождение традиций, падение спроса. Падение спроса. В Романовском уезде Ярославской губернии была выведена новая порода овец, прославившаяся благодаря теплой шерсти. Романовские овчинные тулупы, согревавшие во время вьюги и в мороз, пользовались огромной популярностью далеко за пределами нашего края. Однако с середины 19 века спрос на такие тулупы значительно сократился. Люди стали меньше нуждаться в неизнашиваемой и морозоустойчивой верхней одежде. Какое техническое новшество стало тому причиной? Почему спрос на эти тулупы овчинные, которые так хорошо спасают в морозы, стал падать с середины 19 века? Какое техническое новшество стало тому причиной? У меня нет ответа. Предположите. Возможно, другие одежды, например, пиджак и рубашка, стали более теплыми. Теплая рубашка заменяет овчинный тулуп. Кстати, почему мы их сегодня не носим, вы не подумали. Увы, верного ответа мы не услышали, у вас есть право на ошибку. Теоретики, вам слово. Рыськова Софья, средняя школа номер 1, Переславль-Залесский. Предположу, что появилось отопление. Появилось отопление. А, они раньше по дому ходили в овчинных тулупах, когда не было отопления. Потом изобрели печку, и тулупы уже были не нужны. Ну, согласитесь, что это не совсем логично. Еще версии. Шебякин Григорий, Ростовская гимназия. Появление ткацкого станка. И что? Ну, и это дешевле намного в производстве, а тулупы – это прежде всего кустарный. А что, по-вашему, заменило тулуп? Какая-то ткань? Шуба. Шуба. А шубу ткут. Это странное заявление. Присядьте, пожалуйста. Еще версии. Соловьева София, город Ривень, школа номер 28. Я предположу, что появились автомобили и стали люди передвигаться на них, и значит, как бы в автомобилях тепло. В автомобилях, конечно, тепло. По крайней мере, в нынешних. Ну, да. В тех автомобилях, которые были на заре автомобилестроения, было холодно, они были открытые. А в середине 19 века их, по-моему, вообще не было. Но ход мысли интересный, поэтому вы посидите, а мы дальше по этому ходу, может быть, куда-то продвинемся. Вот туда, например. Фурман Егор, школа номер 4, город Ярославль. Быть может, люди стали пользоваться водяными грелками, подкладывая их под одежду? Знаете, честно говоря, они что-то не додумались, хотя отдельное предложение. Правда, немножко опоздало так где-то на полтора столетия. Господа, еще. Ну, мы очень близко, Ира, очень близко к истине.
Ну, пусть будет безумная версия, что тулупы промокали, а появились непромокаемые ткани. Ну и что ж они промокали? Зимой-то чем они промокнут? Зимой холодно, зимой хочется завернуться, особенно когда в долгой дороге, да? На чем ездили-то в этих тулупах? На открытых повозках. Вы можете себе представить, они неделю тащатся на этой повозке, естественно, в тулупе. И в тулупе-то холодно. Михаил, но в середине 19 века что-то такое изобрели. Что там было у вас в середине 19 века, расскажите уже. И не мучайте людей в 21 веке. Просто хочу, чтобы они немножко подумали чуток. Тогда тулупы при путешествиях стали не полезны, потому что запылилась железная дорога в России. Появилась железная дорога в России, и она распространена. В России появилась железная дорога. Правда, к этому ответу вас подвел я уже откровенно. Я не знаю, что-нибудь дадим или так просто. Медаль мне. Нет, Егору, пополам, ладно, сочтемся. Медаль вручите. Конечно, появление железных дорог сделало менее необходимыми эти овчинные тулупы. Выбираем? Загадочный промысел. Село Семибратово было известно как центр щепного, или, как еще говорили, щепенного промысла. По четвергам здесь проходили крупные базары. А что продавали щепных дел мастера? Может быть, это были двери? Может быть, вы откроете секрет, как вы до этого дошли? Почему производство дверей называлось щепным промыслом? Дверь да можно разломать на щепки. А, можно разобрать на щепы. Нет, к сожалению, это неверно, но у вас еще есть право на ошибку? Да. Ну, так и идите в третий этап. А что теоретики думают? Бахеев Эстар, школа номер 30, Ярославль. Может быть, перо? Перо? Да. А его выщипывали, да? Ну, выщипывать. Ну да, только это тогда получается дело. Щипное дело. А вот тут щепное, это разные вещи. Добрина Ирина, гимназия номер 2, Ярославль. А, насколько я знаю, Семибратово славится своими ложками. А если взять чуть-чуть пошире, про ложки это вы правильно сказали. Там где-то неподалеку даже есть какой-то музей этих ложек. Что еще, кроме ложек, необходимо бывает для посуда, того же самого? Посуда, тарелки. Посуда какая? Деревянная. Деревянная посуда. Вот о чем идет речь. Вот это орден. Да, деревянную посуду, ковши, ложки, чашки. А название это происходит от техники щепания. Действительно, это коренное со словом щепа. Так, у нас что осталось? Возрождение традиций. Этот промысел, распространенный в Ярославле с 16 столетия, оказался особенно востребован во времена Золотого века ярославской архитектуры. А впоследствии даже полузабытый не раз обращал на себя внимание местных мастеров. Одним из них уже в 20 веке стал реставратор Алексей Егоров, специалист, известный в масштабах всего Советского Союза. Возрождая старинные технологии, он настолько точно подражал образцам 17 века, что отличить оригинал и копию было почти невозможно. А что же копировал Алексей Егоров? Что-то церковное, получается. Может быть, Не торопитесь, не торопитесь. Ну, может быть, иконы. Иконы. Нет, увы. Увы, и вы на красной дорожке, к сожалению, вы ее покидаете. Что думают теоретики? Фурман Егор, школа номер 4, город Ярославль. Это были изразцы? Изразцы! Абсолютно верно. Изразцы. Ну что ж, мы в третьем этапе. У нас два вопроса. Жертвы прогресса и особый строительный материал. Андрей? Жертвы прогресса. Во второй половине 19 века железные дороги связали Москву и Санкт-Петербург с Ярославским краем. Для крестьян-отходников путь от столицы до дома оказался легче и быстрее. Однако был среди ярославских промыслов и такой, что от строительства железных дорог не расцвел, а напротив пострадал. Какие заведения Ярославской губернии пришли в упадок из-за железнодорожного бума? Возможно, это кораблестроение. Кораблестроение.
Нет, увы, это неверный ответ. Со штрафным очком вы. Теоретически, вам слово. Кудрякова Екатерина, школа номер 1, город Ярославль. Возможно, это станции Ямщиков. Ямские станции. Да. Так, хороший ответ. Что думают наши уважаемые судьи? Более точного или, может быть, более распространенного. Но мы вас запомнили, вы посидите. А что еще? Какие еще заведения? Старшая школа номер 30, Ярославль. Почтовые станции? Почтовые станции, ну это то же самое на самом деле, да? Почтовые и имские станции. Ну а еще? А еще? Может быть, это были заведения, которые предлагали услуги перевозок товара, груза? Ну, эти услуги, они, наверное, я знаю, тоже что предлагали. Был промысел именно перевозок, как варианта почты, но не почты. Сейчас называется транспортная компания, да? Нет. Ну, как вот, что это было тогда-то, в 19 веке? Не знаю. Еще пробуем. Фурман Егор, школа номер 4, город Ярославль. Быть может, это были гостиницы, ведь при перевозке нужна где-то остановиться. А как они назывались в 19 веке, Егор? Вы же читали русскую классику. Там все едут на перекладных и останавливаются станции. Переночевать. Где? На станциях или где еще? Это были станции и... Ну. Вот там и лошадей тебе поменяют, и спать уложат, доходные и накормят. Доходные дома? А? Доходные дома, быть может. Нет, в доходных домах жили постоянно. Было сказано гостиницы, мы это тоже запомнили. Круто Каролина, средняя школа номер 1, город Пошехоне. Постоялый двор? Постоялые дворы. И вот как мы себя поведем? Вот у нас есть три ответа, которые на что-то претендуют. Третий я называю вот станцией Ямщиков, потому что это тоже правильно. Что делаем? Всем последняя шампанское. Игра, поэтому... Как да? На постоялом дворе. Всем медали. Три медали вручить, пожалуйста. Егор. Катя и Каролина. Встаньте, чтобы они вас быстрее нашли. А мы движемся дальше. У нас тема «Особый строительный материал». В 1803 году произошел инцидент, показавший значимость ярославских умельцев, задействованных в строительстве роскошных дворцовых резиденций под Санкт-Петербургом. Крепостной крестьянин Волин, работавший в Павловске, был вызван своим владельцем, помещиком Энгельгартом, на родину. Однако власти Павловска обратились напрямую к ярославскому губернатору, чтобы оставить Волина и выдать ему особый паспорт, так как тот был редким специалистом по изготовлению особого строительного материала. Какого? Итак, царские резиденции, ну или резиденции знати под Санкт-Петербургом, в том числе в Павловске, работает там ярославский крестьянин, которого никто не отпускает, потому что только он и умеет, в сущности, делать этот строительный материал, который так нужен для строительства дворцов. Может быть, это гипс? Это не гипс. Жаль. Увы, спасибо. А я обращаюсь к теоретикам. Что же он изготавливал? Сафонов Александр, школа номер 49, город Ярославль. Я предположу, что это был мрамор. Это был искусственный мрамор, абсолютно верно. И вручите, пожалуйста, орден. Ну, а мы с вами остались уже наедине. И у нас вот такая тема – анатомия труда и быта бурлаков. Будущий писатель Владимир Гелеровский в 18-летнем возрасте был принят в ватагу бурлаков и тянул лямку из Ярославля до Рыбинска. После им была написана автобиографическая книга, единственная в своем роде «Анатомия труда и быта бурлаков». Как она называется? Возможно, она называется «Бурлаки на Волге».
Было бы, конечно, логично ее так назвать. Но Гелеровский дал ей иное название. И это какая ваша ошибка на зеленой дорожке? Какая? Не помню, если честно. По-моему, третья. А можно две. И вы лишили нас удовольствия увидеть победителя на дорожке в этой игре. Я обращаюсь к теоретикам. Давайте все-таки вспомним название этой книги Владимира Гелеровского. «Заяц Алена», школа номер 84, города Ярославля. Книга называлась «Мои скитания». «Мои скитания», абсолютно верно. И вот это орден. И у меня ощущение, что мы разыграли все вопросы, которые были заготовлены для агонистов. У нас остались только вопросы эпилога. И три медали. Еще есть возможность вырваться в финал, поднабрав медалей в эпилоге. Первый вопрос. Еще в 17 веке Ярославль был хорошо известен своими промыслами и иностранцам, и столичной знати. Например, этот необходимый в повседневном обиходе продукт царю поставляли именно из Ярославля. Говорят, что у местных поташных дел мастеров он получался особенно качественным, не хуже, чем в Европе. За чистоту и отсутствие примесей его даже назвали белым. Что это за продукт? Сафонов Иван, школа номер 49, город Ярославль. Это было мыло? Это было белое мыло. И это медаль. Следующий вопрос. Этот крестьянин-селекционер из села Сулость подтвердил статус ростовцев как лучших огородников. Он был членом-корреспондентом Вольного экономического общества, членом Парижской академии сельского хозяйства, участником выставок в Кёльне, Париже, Вене, Брюсселе и Филадельфии, на которых получил 11 золотых, 41 серебряную и 10 бронзовых медалей. Назовите его. Соколова Дарья, гимназия номер 2, город Ярославль. Это Ефим Грачев. Это Ефим Грачев. Абсолютно верно. Медаль. И последний вопрос. Известный краевед Андрей Александрович Титов полагал, что эта живопись появилась в Ростове в первой половине 18 века. По преданию, в царствование императрицы Анны был в Ростов сослан какой-то художник-итальянец, отмечал Титов, который и завел учеников, распространивших впоследствии это ремесло. Какое ремесло появилось в Ростове благодаря этому итальянскому художнику? Шебекин Григорий, Ростовская гимназия, это финифть. Это ростовская финифть. Абсолютно верно, это медаль. Это был последний вопрос эпилога, последний вопрос нашей девятой полуфинальной игры, да и вообще последний вопрос наших полуфиналов. И нам осталось, в принципе, только одно – узнать имена тех ребят, которые сойдутся в финале. Но прежде чем мы услышим эти имена, я с удовольствием предоставлю слово нашим уважаемым судьям. Уважаемые участники Олимпиады, нам было очень интересно наблюдать за вашими играми. Сейчас, в общем-то, почти известно, кто пройдет в финал, но интрига еще сохраняется, потому что неясно, кто будет победителем всего нашего сезона, девятого сезона игр «Умницы и умники Ярославии». Вместе с вами мы вновь радовались за Ярославскую землю, насколько она богата талантами была в прошлом. Мы с удовольствием слушали имена Ефима Грачева, помещиков Корновича, театрального деятеля Волкова. Я очень рада, что эта игра позволила вам лучше узнать разные страницы истории дорогого для нас Отечества, замечательного Ярославского края. Очень приятно, что на этих играх были представители как Ярославля, так Рыбинска, Переславля-Залесского, Пошехонья, Ростова. То есть это очень важно, что вы имели возможность познакомиться со своими сверстниками из разных городов. И я уверена, что вот эта дружба, которую вы получили на играх «Умники и умницы», сейчас уже не будет элемента конкуренции, но будет желание с вами встретиться. И я с радостью, как член жюри, снова видела талантливых ребят, у которых очень большие перспективы. Вам спасибо за игру. Многоуважаемые участники интеллектуальной олимпиады «Умники и умницы», у меня для вас
две новости. Одна хорошая, другая плохая. Не буду просить вас выбирать, начну с плохой. Итоги традиционного первого конкурса русского языка удручают в 21 столетии. Именно поэтому мы соединяли их с конкурсом публичного выступления. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что вы продемонстрировали неплохие знания истории, культуры, родного края. Все это благодаря вашему чтению книг. Следовательно, знания находятся по-прежнему в книгах. И мы очень рады, что вы эти книги по-прежнему читаете. И замечательно, что есть такая интеллектуальная олимпиада, которая напоминает вам, где лежат знания и как вы можете эти знания присвоить, сделать своими. И вот тут-то и есть то самое второе хорошее дно в противовес первой плохой новости. Знания о русском языке лежат там же, в книгах. Поэтому я от всей души желаю вам успеха и стать полноценными членами не только интеллектуальной олимпиады, но и нашего с глубокими традициями общества, в том числе и сообщество под названием Ярославская область. Мы гордимся тем, что городская цивилизация со всеми присущими ей экономическими, торговыми, промышленными, культурными, образовательными проектами в нашей области развивается уже более 1000 лет. Я прошу вас об этом помнить и приумножать богатство, которое оставили вам наши предшественники. Успеха от всей души. Спасибо большое. Спасибо нашим судьям. Одна реплика. Одна реплика. Было две работы без ошибок. По нынешним временам это достижение, да. Это еще одна хорошая новость. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, я с удовольствием называю имена тех участников нашей олимпиады, которым предстоит состязаться в финале. Это Валерия Веселова, средняя школа номер 1, город Ярославль. Ирина Добрина, гимназия номер 2, город Ярославль. Екатерина Кудрякова, средняя школа номер 1, город Ярославль. Яна Кулакова, гимназия номер 3, город Ярославль. Самира Раджабова, гимназия номер 1, город Ярославль. Дарья Соколова, гимназия номер 2, город Ярославль. София Соловьева, средняя школа номер 28, город Рыбинск. Юлиана Феофанова, гимназия номер 3, город Ярославль. И Егор Фурман, средняя школа номер 4, город Ярославль. Я поздравляю финалистов, я благодарю всех участников наших полуфинальных игр за прекрасную игру, за прекрасные знания нашего края, нашей истории и культуры. Спасибо вам, наши уважаемые телезрители, за то, что были с нами на протяжении этих игр. И до встречи в финале!